метро Челябинск. Толстый бутерброд или же диетическая каша с маленькой чашкой кофе. Общего правила, как нужно завтракать, нет. Самое главное, что говорят диетологи, это завтракать вообще. Прямо сейчас узнаем, как челябинцы начинают свой новый день. Идем. Чем вы завтракаете? Как начинается ваше утро, ваш день? Овсяная каша. Фруктами. Икон с яичницей и луком. О, неплохо. Такой калорийный. Брутальный завтрак, калорийный. Жирненький. Бутербродами. Просто бутербродами? С маслом. Привет. Боже мой, вы слишком брутальный. Так только Минфин у нас умеет. Обычно с их каш. Это полезна каша? Или как бы просто такое вот общее мнение, что по утрам нужно есть кашу? Нет, она полезна. Какую кашу больше всего любишь ты? Гречневую. Завтрак – это самый главный прием пищи всего дня. Поэтому очень важно то, как мы его будем начинать. И помните, друзья, мы – это то, что мы едим. Хорошего дня!